На сцене скрипач и пианист в одежде эпохи Моцарта. Начинается концерт с марша Шостаковича. А потом также легко 9-летний мальчик исполняет на скрипке танец Дженкинсона, одно из самых виртуозных произведений концерта. Ля окончил второй класс гимназии номер 12 музыки и театра. Впервые он познакомился со скрипкой и фортепиано в 5 лет, а классическую музыку слушает с пеленок. Об этом фильм, который сняла мама маленького скрипача, красноярский тележурналист Валентина Вараксина. Высоко сдвинул ручку уже. Да музыка везде. Везде в головах. Какую музыку знаю, там и у человека в голове. Посмотрев этот фильм, я вообще поразилась тому, что мальчик 4 года и размышляет вообще как взрослый человек, задает вопросы, вообще он мыслит как по-взрослому, такие какие-то проблемы у него, он их видит. Вы мне не будете мешать и не смеяться. Это очень важная работа, даже мне еще трудно. А кто мне дашь? Ты не умеешь играть на скрипке. На нотки не попал. Я не всегда попадаю на нотки. Это первые шаги музыканта в профессии, а сейчас он уже настоящий мастер своего дела. Дело в том, что мы все пришли на манифест юного скрипача Ильи Еремеева. Сегодня первый в жизни бенефис. Его слушают дети с пришкольных лагерей, его друзья и поклонники. Знаю этого молодого человека очень давно, но вот так вот я не видел ни разу, я прям удивлен, мне порадовало. Очень молодец, талантливый мальчик. Этот мисс хорошо играет на скрипке и не только. Но человеку 10 лет, он уже играет такое, что я после того, как кончу музыкальную школу, не могу этого сделать. Или он? Тут. Нет, ну парень реально хорошо играет. Да. Творческого развития ему и успехов. На бенефисе Илья предстает в разных амплуа и не только прекрасно исполняет классическую музыку. Самый большой успех у его номера, где он поет, да еще и на английском языке. Песня группы One Republic «Counting Stars» у Ильи любимая. Он разучил ее со своим преподавателем по английскому языку мистером Стивом. А еще ему нравится репертуар Битлов. А заканчивается концерт вечным движением композитора 19 века Александра Литвинова. Виртуозные пьесы мальчик играет с особым задором. Своим бенефисом Илья доволен. Немного смущаясь, говорит, что испытывает гордость за сегодняшний день и делится своими планами на будущее. Ну, в детстве хотел быть дирижером, сейчас скрипачом. Яна Грязнова, Антон Вараксин, ТВ СФУ.